Отпраздновав наступление Нового года в домашней обстановке, в кругу семьи и друзей горожане отправились на Советскую площадь. Здесь каждый желающий мог покататься на горках, потанцевать под новогодние песни, на других посмотреть и себя показать. С Новым годом, стороной, пусть обходят беды и ненастья. Ближе к 2 часам ночи на Советской площади было уже трудно протолкнуться, но и понятно, горожане собрались в ожидании яркого зрелища – новогоднего салюта. После речи президента страны на большом экране огненное шоу началось. Happy New Year! Happy New Year! С замиранием в сердце, любуясь световым представлением, в самую волшебную ночь в году каждый надеется только на хорошее. Отлично отметили! Ой, настроение шикарное! Поздравляю всех друг друга и вас поздравляю с Новым годом, с новым счастьем! Всех с наступившим Новым годом! Будем все счастливы! Город Березки, я вас люблю! Я хочу поздравить с Новым годом всю свою семью! Поздравляю с Новым годом, друзья! Все Березники, с Новым годом! Нежность, молоток, мы с тобой, любовь, счастье принесет Новый год. Нежность, молоток, вечная любовь, волшебство, вот-вот Новый год. Советская площадь в эту праздничную ночь вновь превратилась в место новогоднего паломничества тысяч березняковцев. Они уже посмотрели праздничный салют, а теперь танцуют на новогодней дискотеке. Мы желаем всем березняковцам отличного настроения, счастья, удачи, здоровья в новом 2020 году. Андрей Фадеев, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.